Главное отличие маркеров на спиртовой и водной основе. Первое, конечно, спиртовой маркер совершенно не растекается от воды, а акварельный, напротив, в хороших маркерах след полностью растворяется. Второе отличие в том, что спиртовой маркер можно наслаивать сколько угодно раз, и тон будет только уплотняться. Маркерами на водной основе можно тоже наслаивать, но нет такого широкого диапазона. Спиртовой маркер сильно протекает сквозь бумагу, в отличие от водного. Ну и, конечно, в целом назначение. Ведь маркерами на водной основе ты можешь сделать полностью акварельный рисунок с красивыми переходами, живописными заливочками. Кстати, акварельные маркеры из этого видео я заказывала на Wildberries. Артикул оставлю в комментариях.